Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Балди. Вышла новая часть, официальная новая часть, в которой мы с Балдой отправляемся в леса. Охерительная, блин, идея, я бы с ним никуда не поехал. Посмотри, он даже губы себе покрасил. Балди! А, Балди, нахрена мы с тобой едем вообще в этот лес, ты мне скажи. Ладно, давай сначала посмотрим, что у нас по бокам. Демо заканчивается здесь. Найс. А автор этой игры, я так понял, решил сделать прям полную игру, потому что он собирает деньги у себя на Патреоне на это. И это типа демо. Чё, блин? Чё? Let's go camping. Давай поедем кемпанем. Да я тебе сейчас кемпану вообще нахрен. Ну ладно, пойдем. Поехали. Right. Я ему прям в штаны зашел. I want you to keep the fire going. Go out into the woods and collect firewood. Then bring it back to refuel the fire. The bigger the fire, the more points you'll earn. Nice. Right, go for it. Wow. Wow. Короче, он сказал, типа, иди собирай палочки, и потом палочки используй для того, чтобы зарядить этот. А это что? Ну, это капкан, я понял. Я просто застрял на капкан. А выйти из него я смогу? Смогу, окей. То есть... Звуки что-то затихают. То есть я должен как можно дальше сделать огонь. И я собираю палочки. И я не знаю, здесь вообще что-нибудь стрёмное будет? Я могу смотреть назад, и это палец. Это что, Слендер вообще? Время. Вон, слышишь, звуки что-то затихают. Энергию я восстанавливать могу, но очень медленно. Очень медленно могу восстанавливать звуки. Точнее, этот... энергию. Чё-то замедляюсь. Чё? Эй! Мы же с тобой друзья! Я не понял. Мы же с тобой друзья, чё на меня напал? All right, all set. Так. I'll go set up the bear trap. Ага. I want you to keep the fire going. Ага. Go out into the woods and collect firewood. Ага. Then bring it back to refuel the fire. Ага. The bigger the fire is, the more points you'll earn. Ага. All right, go for it. Но ты ничего не сказал про то, что ты меня убить будешь пытаться. Ты-то чё на меня напал? Мы ж бро. Он сказал, иди собирай палочки, и после этого все будет хорошо. А, смотри, я понял. Ах ты, ёб, ты ж... Я все понял. Слышь, заряди. Все. Все ясно. Мы должны, короче, собирать палочки, заряжать огонь. И когда огонь заканчивается, тогда Балди бежит и бьет меня за то, что я дебил такой, не зарядил огонь до конца. Он такой, ах ты, сука, ты что, огонь-то не поддерживаешь? Я же тебе сказал, поддерживай огонь. Тупой ты идиот. И все. И он просто приходит меня и бьет. И все, и как бы конец. И в этом весь геймплей. А тут вообще что-нибудь стрёмное будет. Ему прям где-то из лесов понравилось. Он прям почувствовал. Почувствовал прямо, как я достал палочки. А что-то будет здесь страшное или... Или просто симулятор собирания палочек. Потому что если это симулятор собирания палочек, это не то, чего я ожидал от нового Балди. О, я вижу, к примеру, кого-то. Или мне кажется. Не, походу меня плющит. Вау! Вот именно, да. Ну, это вроде бы не особо сложно. Энергия у меня не восстанавливается. Вот это запарно. Ну, вон, время у меня 180 секунд. Хорошо. Как бы, окей. 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 Окей, я понял, я замедляюсь. Я замедляюсь. Когда кончается энергия у огня, я замедляюсь. Не знаю почему, но я, короче, замедляюсь. Я прям не могу ходить, если огонь заканчивается. Странная тема, но я сейчас 5 палочек дотащу. 5 палочек тащу! Тащу! Медленно такая, тащу! Ой, тащу! Yeah. Он, наверное, меня уже убить хотел. И чё? Да ну, блин! Это как-то не то. Я... Тут серьезно не будет скримеров. Тут серьезно не будет никаких страшилочек. Но мне осталось всего 40 секунд. Так, давай я далеко не буду уходить, потому что иначе у меня закончится энергия. Смотри, все, чем больше у меня... Так, подожди, а где я вообще? Где огонь? Вот он. Чем меньше у меня энергии, тем меньше я хожу, чем медленнее. И чем меньше у огня энергии, тем медленнее, опять же, я хожу. Я не знаю, как это работает, я как-то напрямую соединен с костром. И когда костер заканчивается, у меня ноги уже подкашиваются, я ходить не могу. Не очень понимаю, почему. Но время заканчивается, тем временем.
Время заканчивается тем временем, и как бы должен быть уже конец. И не знаю, либо победа, либо нет. Слушай, а что-то как-то... Что-то как-то оно такое. А где скримеры, где страшилище? Вы победили. Тут вы получаете какие-то достижения. И все? И все? Балди, что тут ленивая жопа сегодня? Я ходить не могу. У меня даже ноги отнялись от этого разочарования. Чего я ходить-то не могу? Эй! 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 Балди! Ты ноги сломал главному герою, по-моему. Ну ёб ты, дрын. Ну окей. Не, типа знаю, что это дымовая версия и все такое, но... Типа как-то я не это представлял. Не, слушай, тут реально нету скримеров? Давай мы просто пойдем, короче, вдаль. Давай мы просто пойдем отсюда. Все, Балди, давай, пока, удачи, успехов, я не хочу. Я вон там что-то вижу. Я не хочу с тобой ничего общего иметь, я хочу идти в леса. В лесах я слышал, есть веселье, в лесах я слышал, есть лисички. И я всегда мечтал о лисичке, поэтому я пойду вперед. В поисках... Чё это, блин, такое? В поисках здоровенного яйца? Или что это? Какое-то яйцо, серьезно? Оно исчезло. Чё за хрень? Что это такое? Я полетел? Нет. Я думал, я могу выпасть. Что? Это облака типа такие? Хи, это очень странные облака. И все. Мы просто, я и Балди, наедине, остались посередине какого-то летающего куска земли, для того, чтобы поддерживать огонь. И вот Балди ко мне пошел. И все, вон он бежит. А я пошел от него. Давай, до свидания, Балди. Не-н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 е. И что это все? Где Машка? Где кверху палец за дерище? Балди, ты их съел, что ли? Ну ёпта! Да пойдем. Может, я что-то не понимаю? Может, я что-то неправильно делаю? Я думал, еще повеселюсь, весело поиграю. То-то я еще думаю, почему весь YouTube не сделал миллион видео по этой игре и 3 стрима. Я кажется, теперь понимаю, почему никто не сделал. Я хотел сделать сегодня стрим по этой игре. Я хотел сделать сегодня стрим и с вами поиграть, посмотреть, что здесь нового, потыкаться, пожмыхаться, посмотреть, что здесь интересненького. А вот нет, походу нет ничего. Я хотел опять да-п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 а! Я уже петь буду об этом. Я хотел подопака... Да ёпта! Подокапываться до Машки. Сверху палец за Дерищенко побегать в лесах. От Балди попрятаться за деревьями. С медведями поиграть в лапту. Я много всякого хотел. Много всяких всего хотел. А в результате все, что у нас получилось с тобой, это просто... Ходи, собирай палочки и чувствуй себя прекрасно. Ну, блин... Серьезно, я как человек, которому охренительно нравится Балди, ты знаешь. Я играл в Балди 6 часов на стриме или 5 часов на стриме. Я ни в какую игру так много не играл. И мне это очень нравилось. Типа, я как бы, можно сказать, ну, не то чтобы главный фан, но, ну, наверное, один из главных фанов на Ютубе, по крайней мере. Я знаю, что некоторые люди делают кучу-кучу пародий на Балди, но я пародии не делаю на Балди, потому что чаще всего они просто не очень веселые. Вот, но самого Балди я очень люблю. Не лысенького Балды, в смысле, а игру. Но это что-то как-то слабо. Это просто автор, походу, знаешь, сел вот так вот, вечерочком, и такой: дай-ка я бахну какую-нибудь игрюленьку, дай-ка я бахну что-нибудь, чтобы людей привлечь. И все. Он привлек людей, но правда, я не очень вижу в этом смысл. Я вот как разработчик игры не считаю, что есть смысл привлекать внимание к чему-то, что из себя ничего не представляет. Ну типа, сделал бы здесь хотя бы кого-нибудь. Сделал бы здесь сраного медведя, который хочет сгореть и шел бы в костер, а ты должен его от костра отгонять, типа, вали отсюда, шалопай волосатый, иди отсюда, я не дам тебе сгореть в моем костре, и все. Было бы уже веселее, хоть какой-то движ. А это, типа, я когда узнал про лиса, я думал, что это Слендер, типа, будет. Что-то вроде Слендера, ходи, собирай листики, а тут ходи, собирай, ну, палки. Серьезно. Я не знаю, я какой-то, знаешь, белка-бомж, который ходит, собирает палки вместо орешков, и вместо того, чтобы запасать их в деревья, я запасаю их в костер. И все. Белка-бомж, я тебе буквально говорю.
Ну давай допройдем игру, чё уж не допройти-то игру. Я успею вообще отсюда дойти? Я весь лес уже перешел. Лес какой-то маленький очень. Я думал, в этом лесу можно заблудиться, а в этом лесу ты... нет. В этом лесу ты нет, понимаешь? В этом лесу нельзя заблудиться. Почему он вообще взял сюда только меня? Почему не Машку? Почему не кверху палец... ну ладно. Кверху палец за Дерещенко, он как бы директор. Директора в леса ты не возишь. Вот попробуй, попробуй. Предложи своему директору, типа, директор, директор. А погнали в леса, он скажет, пошел ты вон. Ладно, не знаю, на этом все. Я огорчен, если честно. Я ожидал, что здесь будет хоть какой-то геймплей. И причем после третьего запуска игры, игра зависает. Вот у меня уже во второй раз, она просто берет и зависает. Ладно, ребят, я надеюсь, вам было интересно, я надеюсь, вам понравилось. Мне нет. Я огорчен, серьезно. Если я что-то неправильно узнал, и в эту игру можно нормально играть и пугаться чего-то, тогда вы напишите. Но пока что что-то ну такое. Ладно, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Когда выйдет какая-то обнова, мы поиграем. Я думаю, какие-нибудь модмейкеры обязательно это улучшат. Я думаю, ребята, которые делают моды, скажут: ща мы эту ебанистику исправим. И все. И бахнут что-нибудь классное. Тогда мы в это с тобой поиграем. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.